Альона Мостепанова, арт-менеджерка бізнес-простору The Gallery, організовує творчі заходи. Коли переїхала з Одеси до Миколаєва, дівчині не вистачало тут культурних акцій, тому Альона почала організовувати їх сама. Її захоплює сам процес такої роботи. Спілкування із талановитими людьми та схильні відгуки від миколаївців. Юлія Поручник – художниця-дизайнерка. Має економічну освіту, але у 2014 році присвятила себе живопису. Тепер представляє роботи на персональних виставках по Україні, а також за кордоном. Так, у 2016 році її картини були опубліковані у міланському журналі сучасного мистецтва «Ві Кемплері». У 2017 році робота «Нью-Йорк в кольорі» була представлена на виставці в Парижі в рамках проєкту «Women's Essence Show 2017», а її смородинки цьогоріч взяли участь у колективній виставці «Museum of Jobs Foundation» у Палермо, Італія. Так, доброго ранку вам. Вітаємо нас у нашій ранковій студії. Знаю, що вже завтра буде ваша виставка, так? Персональна виставка, яка нарешті приїхала до Миколаєва, я б так сказала, тому що почули, що ваші картини, ваші роботи вже побачили майже весь світ, майже всю Європу, і от нарешті завітали до Миколаєва. Ну, по-перше, хотілося б запитати, як склався ваш дует такий творчий, як ви знайшли один одного, і, можливо, яка ідея цієї виставки? Бо я знаю, назва це сучасний подих, contemporary, так? От розкажіть про це, будь ласка. Ну, начнем с самого начала, что меня зовут Юлия Поручник. Доброе утро всем, кто смотрит нас в такое раннее время. Как мы, знаете, творческие люди, они всегда находят друг друга. Это закон. И притягиваются только положительные заряды. И я думаю, что творчество нас, собственно, и притянуло. Аленочка очень хороший менеджер, очень хороший промоутер, я бы сказала. И вот сегодня все, что вы видели обо мне, это вот все ее работы. Я очень удивлена с такой информацией плотной. Что касается нашей выставки, да, мы ее назвали «Современный взгляд». Uh-huh. Это взгляд современного человека на очень простые вещи, но которые мы не замечаем порой, и кажется, нам они очень обыденны, но на самом деле в них столько красоты, столько вкуса. Это я говорю о фруктах своих, о реалистичных. Они, кстати, завоевывают Европу вот этой своей откровенностью, своей вкусностью. И вот таким образом в Николаеве, в родном городе, наконец-то все эти работы съехались. И да, мы даем большую выставку, это более 50 работ на разные темы. Это реалистичные фрукты, овощи, ягоды. Так сказать, натюрмортами я их не называю, потому что натюрморт – это мертвая природа. Мои фрукты, они все живые. І дуже реальне. Як сказала, ваші картини навіть дуже смачні, тому що я їх теж проглядала, вони настільки реалістичні просто, і не можеш повірити, що це картина, це не якийсь справжній фрукт тут лежить, це настільки от передається усі ці тіні, фарби, от, я не знаю, як вам це вдається просто настільки все бачити, передавати, як... Де черпаєте, можливо, натхнення для цього? Ви знаєте, цей питання дуже часто задаваємо. Можу сказати, що маю трьох дітей, мое вдохновение – это свободное время, правда. Когда оно есть, я в мастерской, я работаю, и я очень люблю свое дело, поэтому вся любовь моя, она вся в картинах. Слушайте, от зараз дійсно у мене таке питання виникає. Три дитини, це часу вільного, ну, здається, ну, дуже мало. Ну, а на ці картини дуже багато часу треба витратити. Скільки у вас іде, можливо, знаете, на одну картину? Формула успеха, наверное, для любого человека будет следующая, которую я уже разработала и поняла для себя. Когда у тебя очень мало времени, ты мобилизируешься наибольшим, наверное, образом, и за тот час, два, три, который у тебя есть, ты тотально вся в этих картинах. Ты не отвлекаешься ни на что. Ну, конечно же, утренний кофе – это закон. Бодрое утро начинается все-таки с приятного ароматного кофе. И ты весь в картинах. Ты выплеснул себя, все свои эмоции, всю свою радость, любовь, и ты довольна, и ты идешь уже занимаешься другими делами, семьей.
Ну це круто. Альона, я знаю, ви дуже часто зараз проводите різні заходи і такі, що ну молодь просто в захваті, бо я і читаю, і бачу, скільки сама хочу потрапити, не вдається, але я бачу, що люди ходять і вони дійсно задоволені тим, що ось таке відбувається у нас в Миколаєві, що різні ось такі виставки дійсно цікаві, неординарні. От як вам вдається, можливо, побачити це все через молодь, подати це все так яскраво і знайти цих всіх людей, от, і, наприклад, і Юлію також, як от... Ну, Юля правильно сказала, что действительно люди как-то притягиваются. Вот мы с открытия галереи не хотели, чтобы она была именно вот как галерея там, советская, еще только картины художников советских. Мы хотели именно, чтобы это было арт-пространство. То есть разные выставки, разные мероприятия детские, квартирники у нас и стендап, то есть вот ну, различные мероприятия. А Юлину выставку мы еще хотели в прошлом году, и я когда вот первый раз познакомилась у нас в галерее, то я сразу хотела. Но Юля говорит, подожди, все будет. Ну и вот так получилось, что... И все будет уже завтра, так же, ось так скоро уже завтра це все буде. Ці картини, вони, я так розумію, вже бачили теж Європу? Чи це нові роботи? Да, большая часть картин были в Европе, и я вам хочу сказать, что люди очень интересно, европейцы, они очень классические все-таки люди, они консервативные, но и в то же время очень современные. Mm-hmm. Они принимают любое нововведение. В нашем случае мы подаем реалистично, я подаю реалистично фрукты и ягоды, овощи, и им это довподобы, знаете, им это очень нравится. Может быть правда, может быть честность. Я так и для себя не поняла, но в любом случае... Они принимают это на ура и хотят их видеть еще. Тобто вони в захваті, так, від таких робіт. Абсолютно. Мені здається, вони просто, можливо, звикли до якогось абстракціонізму, знаєте, таких ліній дивних, от щось таке незвичайне. А тут просто от настільки реально все, от все можна побачити. Ви знаєте, шкода, не можна пощупати, якось взяти так в руку, так? Ну ось, це дуже круто. Але як у вас так, ну от ви працювали, я знаю, ви економіст, так? За освітою. Да, фінанси, я закінчила Києво-Могилянську академію. И очень этому рада, и очень благодарна. Это очень престижный и действительно очень хороший вуз. И 10 лет я работала в банке руководителем отдела. Мы выдавали кредиты. И ну, так сложилось, что в какой-то момент ты понимаешь, что это хорошо, это интересно, это престижно, но а где в этом ты? Где твоя настоящая суть? И так пришло понимание, что нужно все-таки вспомнить, как было в детстве, чем ты хотел заниматься в детстве. И я поняла, что живопись все-таки намного главнее для меня, нежели банковское дело. Это было у вас как хобби, чи вы заново всему вчилися? Это было, вы знаете, и хобби, и дело одновременно, потому что в 2014 году я купила набор художника, краски, холсты, кисти. Ось с чего все начинается. Да, абсолютно точно, это был январь 2014 года. И первая же картина маслом, она была через полгода продана, и я поняла, что да, этим следует заняться более серьезно, в более серьезных масштабах, нежели просто хобби, выставлять эти картины, продавать их, потому что людям они нравились. Угу. Вот так, собственно, и случилось. Вот это круто. А ще буде на заході? Що я так читала, пробілась по афіші, то не тільки виставка, ще буде багато всього цікавого. Я думаю, Альона розкаже, чи Юлія, як, що буде цікаві. Завтра мы приглашаем всех в 6 часов на открытие персональной выставки Юлии. Будет выставка, будет общение с художником, то есть можно будет задать вопросы все интересующие, посмотреть картины, пофотографироваться, послушать музыку. То есть провести культурно, да, интересное время. Еще будет время. Маленькие сюрпризы, о которых мы не можем раскрывать. Ага, ну, то есть не можем раскрыть, это треба только прийти и побачить. Да, это будут приятные сюрпризы для гостей, это будут розыгрыши. А вот розыгрыши чего? Конечно, было бы интересно людям узнать непосредственно на выставке. Это уже и мне интересно. Я так, у меня уже в думках несколько так вариантов пробегалось, но я не буду рассказывать. Уже, думаю, краще прийти, подивитися, насолодитися цими картинами, просто цим мистецтвом. И потім вже чекати на якісь подарунки в кінці. Слухайте, розкажіть, можливо, дайте поради, якось за такий короткий час ось можливо стати от дійсно такою популярною художницею і от передавати все це, показувати, можливо, от я навіть не знаю, як майстерність всю ось так от передавати на холст просто, щоб переносити так. У меня уже сложилось это понимание этого вопроса, потому что он наиболее так же част, как и где вы черпаете вдохновение. Ответ только один. Это честность по отношению к себе,
И эта честность выражается на картинах. Я всегда рисую то, что я хочу в этот момент, то, что идет из сердца. Не конъюнктура рынка, не желание потребителя. Я рисую то, что действительно мне до вподобы, да? Uh-huh. И потом это удивительно, но эта же картина через какое-то время находит отклик у людей других, они покупают, приобретают. И таким образом эту честность, эту правду люди каким-то образом невероятным видят, чувствуют через картины и вот так вот реагируют на них. Це дуже круто. Я думаю, так, дійсно, що через чесність ці картини всім до вподоби, вони дивляться і, можливо, чекають від вас ще нових і нових робіт, чого я вам і бажаю, щоб і далі натхнення вас не полишало, і ви ще більше якось віддавалися в живопис. Я дякую вам. Нагадаю, що сьогодні до нас завітали Альона Мастепанова, арт-менеджерка бізнес-простору, та Юлія Поручник, художниця-дизайнерка. Дівчата проанонсували нам завтрашню виставку, яку, я думаю, варто відвідати, щоб побачити. Можливо, просто приєднатись до мистецтва, це вже якийсь новий крок для того, щоб відкрити в собі якісь нові якості, і, можливо, теж наші глядачі після того, як побачать цю виставку, захочуть творити, щось малювати, а може щось робити руками. Дякую вам, що завітали.